Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и знакомиться с их автобиографией. Чезаре Лапини, итальянский скульптор второй половины XIX века, флорентийская школа, жанр мифологическая живопись и религиозный жанр, художественный стиль, академизм, классицизм. Родился во Флоренции в 1848 году. Я пользуюсь Википедией. Стал одним из ведущих скульпторов своего поколения, создающим работы из мрамора, в том числе аллегорические произведения, копии под старину, жанровые сюжеты и портретные бюсты. Все это он с большим успехом продавал вместе с работами своих современников в своей галерее во Флоренции. Путешественником во время большого тура, который в 18 веке ограничивался аристократией и мелкими членами королевской семьи. А теперь, включая богатых буржуа из Великобритании, Германии, России, Франции и, конечно же, Соединенных Штатов. Он выставил ряд скульптур на итальянской общей экспозиции в Турине в 1884 году, в том числе работу «Сюрприз» и «Первый поцелуй», которые также были выставлены в Риме в 1888 году. Лапини вызывал всеобщее восхищение тонкостью и утонченностью своей техники, тонкой патиной и эмоциональностью, которой он наполнял свои фигуративные работы. Был очень успешным как скульптор и как владелец галереи, занимающийся розничной продажей скульптур по всей Европе и Соединенным Штатам. Умер в 1893 году. Вот так вкратце о итальянском скульпторе второй половины 19 века Чезаре Лапини. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.